полезное питание. Я не кушаю ничего соленого. Даже суп или салат я делаю без соли. Ничего сладкого, ничего покупного с магазина, только фрукты, овощи, либо вареные, либо сырые. Вот. В этот раз я тоже делаю до такой степени, ну, на своем опыте, такое чистое питание, именно без соли совсем. Вот. Я уже пробовала чистое питание, вот. В этот раз прямо оно такое чистое, чистое, чистое. Вот. Кисточку. На солнышко. Вот так. Так что меня не будет. 10 дней. Но 10 дней я имею в виду, что я буду без телефона, полностью выключу. Вот. Я думаю, это очень полезно. Питание мое, если быть точно, началось 8 июня, но я фиксирую 11 июня, потому что я кушала суп с пережаркой, вот так. Ну, я уже не ела на тот момент сладкое, но поэтому я считаю с 11 июня. С 11 июня у меня чистое питание. Ничего соленого, ничего покупного с магазина, никаких конфет, никаких кириешек, ничего из магазина получается, я ем только хлеб. Сейчас я пью много воды, вот. А еще, кстати, такой прикольный момент, точнее, как сказать, поначалу мне было непривычно кушать суп без соли или салат. Было ощущение того, что я просто как-то, как сказать, я просто заполняю свой организм. Вот. Но в этом-то и состоял смысл, потому что я также хотела ограничить выброс уже, опять-таки скажу, что до этого я себя уже к этому готовила.
то, как мы думаем. Это очень важно. Потому что даже вот когда я переходила на вегетарианство, то я как бы не было такого момента, чтобы я такая встала. Но здесь, да, тоже важно.